В Одинцовском округе сотрудники Гостехнадзора проверили аттракционы. Соблюдение правил и требований эксплуатации детского парка развлечений в центре внимания. Как посетитель вам не слышит, что аттракцион готов к работе. После этого нажимается кнопка включения. Пандемия внесла в регламент работ коррективы. Каждые 2 часа санитарная обработка аттракционов. Проверка на наличие технических ошибок перед открытием. В случае выявления неисправностей развлекательный объект функционировать не может до полного их устранения. У каждого зарегистрированного аттракциона при входе обязательно должен висеть сам государственный регистрационный знак. Информация об организации, которая проводила техническую проверку и выдавала соответствующие документы. У каждого аттракциона должна быть и информация в виде правил пользования. По словам инспекторов, развлекательные объекты проверяют регулярно. Безопасность юных посетителей – приоритет. Батуты – одни из самых травмоопасных аттракционов. Инспекторы проверяют крепление швартовных элементов, наличие всех разрешительных документов, присутствие оператора на рабочем месте. Серьезных нарушений во время проверки обнаружено не было. Но вот один из батутов оказался без маркировки. На каждом батуте есть табличка от завода-изготовителя, где мы можем посмотреть информацию общую, включая, ну, назовем его заводской номер, да, который мы проверяем с тем паспортом, который предоставляет эксплуатант. В данном случае мы видим, что номер здесь отсутствует. Санитарная дезинфекция – причина, по которой стерся номер. Ограничились лишь предупреждением. Быстро исправили недочет. Штраф за серьезное нарушение может достигать 300 000 рублей. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов. Телекомпания «Одинцово».